Меж высоких гор и синих морей сокрыт прекрасный мир тысячи островов. Его обитатели, магические животные разных видов, жили мирно и процветали. Но однажды на островах появился могущественный темный монстр. Он начал порабощать зверей, и никто не смог ему противостоять. И лишь один молодой маг решился бросить ему вызов. Что за тигровык? Да еще летающий. И мистер Мазов. Самый веселый и смелый маг синих морей явился сразиться с темным монстром. Клоун какой-то. Что за самомнение? Дурачок забугорный. Ты правда творишь чудеса, правда? А еще я отлично танцую. Я научусь поднимать воздушный вихрь, но этого мало, чтобы победить темного монстра. Я уже пытался его одолеть и чуть не погубил синие моря. Одному тут не справиться. Нужна сила других магов, а мне никто не верит. Отныне тебе запрещается практиковать магию, уходи. Зато у тебя есть опыт. Ты знаешь, как не надо. Да ты просто оптимист. Да. Ты наша последняя надежда. Ты должен нам помочь. Не грусти, рогатый, хуже уже не будет. Да начнется путешествие! А куда идти? Нам туда! Нам сюда! Нет, нам туда! Все-таки сюда! Эй! Я тут главный! Точно не туда! Запомни, маг, даже если у него что-то не выходит, спасает всех не силой, а добротой. Я правильно понимаю, маг-неудачник снова хочет одолеть монстра. Ну, успехов! Я ничего не боюсь! Монстр и маги синих морей. Спасибо, друг. Я в порядке. Говорящее дерево! В кино с 21 сентября.